Господин премьер-министр Риши, когда мы с вами сегодня виделись, я сказал вам, что расскажу в своем выступлении в парламенте одну историю. Историю о моих ощущениях во время моего первого визита в Лондон как президента осенью 2020 года. Была насыщенная программа. Королевские высочества Уильям и Кэтрин, Букингемский дворец, авианосец британских королевских военно-морских сил, Вестминстер, Даунинг-стрит и, конечно, военные комнаты. Там есть кресло, известное кресло Черчилля. Работник музея улыбнулся и предложил мне сесть в это кресло. Кресло, из которого отдавались военные приказы. И спросил, что я ощущаю. И я сказал, что, безусловно, что-то ощутил. Только сейчас я знаю, что это было за чувство. Все украинцы его очень хорошо знают. Это ощущение того, как храбрость проводит тебя через самые невероятные трудности, чтобы в конце концов вознаградить тебя победой.